Первый фильм года. А хотите, я приглашу вас в ресторан? Какой ресторан? Да вон, в китайский. Это человек, которого я люблю. Он трогательный, светлый. Но сейчас ему очень тяжело, и я хочу помочь. Почему мы ничего не делаем? Это кто? А это Егор, его сын. Светлана, вы же знаете, что у него есть семья. Не звоните ему больше. Нас постоянно сталкивают, и, боюсь, это плохо кончится. Я запрещаю тебе завязывать неформальные отношения с практикантками. Поздно, Борисович. Решили, раз стану великой, то не могу испытывать человеческие чувства, а я люблю его. Мне кажется, что он тебя тоже, он тебя очень любит, очень. И любовь эта не обычная, а тоже великая. Вот и получается, что Егор и я постоянно разрываем Антона. Другой дозор. И чего? Все? Во всех кинотеатрах страны.